Всем привет, друзья, с вами Сидиман, и сегодня я решил сделать такой видосик, как сделать свою шапку на YouTube. Если зайдем мы на мой канал, то вот видите, у меня уже новая шапка на YouTube, и будет новый, типа, значок. Кстати, как, ребят, спасибо за клип, который вы набрали под ним. 24 просмотра и 1 лайк, 0 дизлайков, спасибо, конечно, вот. Еще под тем стримом по Need for Speed, но это видео не об этом. Сегодня я покажу, как сделать свою шапку быстро. Аудио в данный момент приложение браузера невозможно использовать для записи аудио. Окей. Значит, мы выйдем. Так, видео идет. Ладно, допустим, галерея. Допустим, вот загружено 2. Допустим, у меня вот такое. Хорошо. Мы заходим в Pixar, ссылка будет в описании на скачивание. Ссылка обязательно будет, так что Pixar, пожалуйста, это мы пропускаем. Pixar Gold, то есть это премиум аккаунт. Вот как видите, тут некоторые выкладывают свои вещи. Но сегодня я покажу, как именно сделать свою шапку на YouTube. И также можно делать свою картинку. Во-первых, берем, нажимаем на вот этот плюсик. Начни редактирование, вот именно. Допустим, мы выбираем вот мои старые. Допустим, мы выбираем вот это вот, шаблон. Нажимаем на крест, чтобы реклама не была, так это пропустить. Давайте для начала тогда Wi-Fi вырублю. Так, Wi-Fi вырублен, хорошо. Вот для нашего усмотрения, пожалуйста, вот эта вот картиночка. Это будущая наша шапка для YouTube. Дальше мы, допустим, делаем текст. Хорошо, не знаю, там... Ну, давайте, PUBG Mobile, вот PUBG Mobile, хорошо. Мы это берем, расширяем, делаем как хотим, в принципе, можем даже вот так сделать, но для полной красоты, чтобы было хорошо, чуть-чуть вот так сдвинем. Так, отлично, мы берем, нажимаем на вот эту галочку, дальше делаем эффекты. Эффекты нам нужны для того, чтобы украсить нашу будущую шапку для YouTube. Для красивой модернизации этой шапки я вам предлагаю делать вот эту новенькую, вот, ну или такой вот. Дальше поп арт тоже красивые, прикольные даже, но давайте сделаем эффект. Вот самый красивый эффект для меня считается вот этот и вот этот, потому что размытие и так далее хорошо. Дальше в размытии линзы мы смотрим фокусы, допустим, даже вот тут. Вот. Или даже вот тут где-то, чтобы типа было как чуть-чуть там размыто. Арты, поп-арты, бумага, деформ и цвета. Ну, вы поняли. Нет, не изми, не удаляй. Давайте сделаем даже вот такое. PUBG Mobile. Ну, или такое, или такое. Давайте сделаем все-таки вот такой. Нет, вот такой. Да, дальше нажимаем на галочку опять. Дальше мы хотим украсть ее. Украсть, то есть там лицо, авто. Если это на ваше усмотрение, потому что вот детали вот мне понравились особо. Детали там можно вот так вот, на, прям вот, чтобы такие блики были. Типа высвечивается. Вот, пожалуйста. Такой вот сделать так, только будто там какое-то свечение идет. Нормально. Дальше, так, отмена нет, нормально. Дальше, допустим, мы хотим вырезать. Мы тут берем, что-то там вырезаем, удалить изменения, ну, вы поняли. Дальше берем стикеры, хоть если хотим что-то там делать. Допустим, для меня, если это PUBG Mobile, так, у меня интернет отсутствует, потому что я выключил его, поэтому я сейчас стикеры не могу добавить. Так что давайте-ка снова. Допустим, последний у меня было Ганс. Давайте посмотрим, тут даже факи есть. Так что, давайте-ка, допустим, знаете, как сделаем? Допустим, пистолет сейчас любой вообще найдем. Вот, допустим, даже автомат. Допустим. Вот. Допустим, автомат. Сделаем его вот так сверху, и будет все нормально, пожалуйста. И получается у нас вот такой вот... Типа такая вот шапка. Дальше мы берем
блики, если хотите. Самый красивый блик для меня считается вот этот. Вот, самый красивый блик для меня. А дальше мы делаем рамки для своего усмотрения. Вот самая подходящая рамка. А, это не тут. Это, а нет, тут я, у меня был пак, и он удалился. Ну, выноска, это тут, типа, можно поставить там привет, так далее, и так тому подобное. Допустим, чтобы сохранить наш будущую шапку, наш проект, то есть, мы берем, нажимаем на вот эту белую стрелочку справа, сверху, говорю, нажимаем также на этот, на крестик. Дальше, сохранить. И, допустим, там отправить, загрузить приватно, то есть в качестве хранилища. И сохранить изображение на устройство. Мы сохраним изображение на устройство. Так что берем галерея и нажимаем готово. Дальше мы выходим из галереи и, допустим, заходим в наш YouTube канал. Кстати, ребята, извините, что Fortnite не так уж я выпустил, потому что у меня были проблемы. Допустим, сменить аккаунт. Кстати, у меня есть второй канал Surname History. Вот он, мой канал. И вот у меня тут тоже 100 Steps from Hell. Ребят, подписывайтесь. Ссылочку я также оставлю в описании, потому что я хочу на этом подписчике, точнее на этом канале выпускать именно видосики по войну. Хотел, кстати, такой перчик своего сделать. Ну, допустим, давайте Камильфо Плей. Этот канал все равно, он у меня заброшен давно. Допустим, нажимаем на вот эту, как видите, шестеренку и нажимаем на нее. Вот, настройки канала. Допустим, мы хотим... Пофиг. Нажимаем вот этот, видите, вот этот фотоаппарат справа беленький. Нажимаем на него, загрузить фотографию с устройства. Дальше, недавние. У нас есть загрузки. И заходим в галерею. Вот она внизу у меня. Камера. Хорошо. Дальше Pixar. Папка Mobile. Это хорошо. И начинаем галочку. Так, чтобы было нормально, четко. Даже, блин, у нас даже калашников не вмещается. Да, что-то мы переборщили с калашниковым. Ну, допустим, это, конечно, не факт. Я просто вам показываю, как сделать. Допустим, вот у нас уже имя в этой, в квадратике, вот там прямоугольнике. Все, баннер канала изменен. Заходим, обновляем. И вот, пожалуйста, Камильфо Плей. И у меня папка Мобайл. Все, вот, ребят. Дальше я могу, кстати, показать, как еще что-то там сделать в Пиксаре. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был МС Диман. Всем пока.